Всем привет! Озеро Ладога. Пытаемся поймать плотву. Увидел, что ВКонтакте в группе выложили пост по поимке зачетной, а то и синей трофейной плотвы. Решил тоже попробовать. Сейчас вот немного за кадром половил. В садке у меня сейчас 13 мелов, 13 хвостов точнее. 15 минут уже сижу на точке, и в принципе вот, давайте выделим плотву. Вот абсолютно вся зачетная, нету ни одной мелочи, так скажем, пока что. Закинул я все три удилища по сборкам, получается на первом поводок 7,8 флюр, прикормка на плотву, средний крюк и сырный кубик решил попробовать, так как он есть у нас в рекордах. По второму удилищу у нас также прикорм на плотву, флюр 7,8 кг, средний крючок и личинка паденки. И по, ну, кстати, на сыр клюнуло. Так, тащим на пол килограмма, думаю, не более, ну, даже 400 грамм. И на третьем удилище у меня стоит также флюр, прикормка, большой крюк, пятый номер, и личинка веснянки. Все эти три наживки сейчас находятся у нас в рекордах недельных по плотве. Так, что тут у нас? Как обычно, плотва. Больше нечему. Будем забирать сегодня всю зачетную. Посижу, наверное, ночь, утро и до следующего вечера. Посмотрю, что у меня получится. Возможно, даже еще останусь. Все зависит будет от того, насколько хорош будет клев. Что ж, давайте пока мелкую рыбу я не буду снимать в кадр. Включусь, когда уже будет что-то более нормальное. Клюет у нас что-то на сыр. Надеюсь, это будет крупная плотва. Хотя бы за килограмм. Так, на вторую клюнуло. Нет, давайте перезакинем. Тюкает, тюкает, но все еще никак не клюнет. Вот, вроде бы повел, да? Нет. Еще нет. Вот, ведет. Угу. Что там мелкое? А так, надеялся на более-менее. О, это у нас... Это у нас рыбья, ребята же. Я думал, плотва. Хорошо. Нормально. Разнорыбье. Иди сюда. Плотва на 703. Довольно хорошая точка. Хорошо клюет плотва. Думаю, еще можно, кстати, немного кинуть сюда прикормки. Так, давайте. Нет, у нас есть... Крафтил я на плотву, были шары вот 10 из 10 качества. Давайте, наверное, сейчас с десяточек мы их закинем. Клипса 10 метров, все верно. И 9 и 10. Думаю, будет хватит. Плюс еще при этом есть кормушка, прикормка, так что... О, как резко. Плотва. В
Заберем. Надеюсь, сейчас, как стемнеет, клев будет гораздо лучше. Будет клевать уже более такая крупная плотва. Возможно, зайдет уже за килограмм какая-нибудь. Не нравится мне, как стоит этот третий бланк. Давайте кинем его чуть-чуть правее, чтобы он стоял вот так вот. Что ж, включусь, как будет поклевка нормальная. Не успел я, ребят, включить запись. Вот такая вот плотва зашла на сыр. 1,2 кг. Только выключил запись. Клюнул я, потянул. И уже когда увидел, что она вылазит из воды крупная, забыл включить, нажать кнопку, и в итоге не смог я записать момент вываживания. Ну ничего страшного, думаю, сейчас еще кто-то зайдет. Как говорится, не первый, не последний. Очередная поклевка на сыр. В чате смотрю, очень много плотвы трофейных, и уже даже никто не пишет плюс, никто не плюсует и так далее, потому что троф тут летит прям один за одним. Вот, у меня 1,2 кг, здесь 1,3 кг, еще 1,3 кг, тоже трофейные все. Ну, очень надеюсь, что получится поймать синего трофа. Кстати, на этом водоеме у меня... А, я же уже поймал только что. Хотел посмотреть, был ли у меня тут троф по плотве или нет. Давайте посмотрим. Вообще, что у меня тут есть. Есть трофейный карась. Золотой. А, это же не то. Где у нас? Ладога. По ладоге у меня здесь только ряпушка. Вот только что пойманная. А, нет. Была, да, значит, здесь я ловил уже плотву на 1,3 кг. То, что только что у меня залетело на 1,2 кг. А на веснянку что-то не особо-то и клюет, смотрю. Может быть, даже из-за того, что просто крючок большой там стоит. То, что на первом и на втором удилище у меня стоят средние, а на третьем большой. Давайте поменяем. А, нет, смотри, там кто-то сидит, оказывается. Клюнул и сидит. Вот, пожалуйста, 1,4 кг. Это у нас на веснянку. А я уже хотел, стало быть, крючок менять. Пускай дальше стоит. Уже второй троф. За 2 минуты, грубо говоря. За 3. Блин. Только хотел взять удилище, поменять тоже на веснянку. В это же время тут поклевка была. Но ничего страшного. Ручейник. Периодически подкапываю, когда есть лишняя энергия. На локации 27 игроков. Если кому интересно, будет точка G7. Вру, G5. Координата 68-49. От базы бежите прям там по тропиночке, через мостик. И здесь прям рядом с лагерем такие вот заросли, скажем так. Не знаю, как кувшинки или как правильно назвать. Лилии. Не знаю, что из растения. Клипса 10 метров от берега. Кидаем в сторону ямы. Получается, прям на краю ямы стоит. Стоят наши наживки.
Наступило утро. За всю ночь практически ничего не клевало. Поймал только одного окушка, хотя надеялся на довольно-таки крупную плотву. Кило 152. 48 грамм не хватило до троф очередного. Но ничего. Надеюсь, еще поймаю. Так, поклевочка у нас на третий бланк. Давайте дождемся, пока она не поведет. Довольно-таки хороший клев сейчас. В чате прям очень много плотвы. Есть много зачетных. Кило 200, кило 200, 235. Вот еще зачетная. Повел у нас на третьем удилище что-то мелкое. 600 грамм плотвичка. На вторую что-то клевал и перестал. Возможно, даже сидит. Да. Сидит рыба. Такая вот тихоня. Ну, что-то хорошее, крупное. Интересно, троф? Да. Очередной третий троф, ребята. Кило 375. Хорошенькая. А на сыр у нас что-то все тихо и глухо. Пару поклевок всего лишь было на нее. Давайте, наверное, знаете, сейчас как сделаем. Поставим сюда крючочек побольше, чтобы отсечь. Ну, такую среднюю плотву даже, чтобы она особо здесь не клевала. Поставим крючок. Огромный, единичка. И также воткнем сюда сыр. Все, будет стоять у нас здесь исключительно на трофейную плотву. Плотва на 2 килограмма. Это интересно. Синяя? Давайте спросим. На 2 кило. Это синий троф. Я, честно говоря, даже и не знаю. Пишут, что да. Ну что ж, надеюсь, у нас тоже сегодня залетит синенькая. Так, клевала на второй. Да, опять сидит. Любит плотва так делать. Клюет, клюет. И все вроде бы. Как бы поклевок больше нету, прекращается. Но в итоге она, оказывается, сидит на крючке неподвижно. А ты сидишь дальше, ждешь поклевки. Полкило ровно. Давайте поздравим парнишку с синим трофом тоже. Так, поклевка на сыр. Дождусь, пока поведет. Нет, что-то не особо крупное. Хотя нет, смотрите, трофей. Трофей кило 200. Уже четвертый. Нравится мне такая рыбалка, очень нравится. Так, клюет нас на второе удилище. Скорее всего, тоже троф. А, нет, не дотянул. Не дотянул. Кстати, что заметил, еще ни одной рыбы я не отпустил из-за того, что она была незачетной. Абсолютно вся рыба зачетная. Кроме одного, кто-то у меня пришел приловом. Это был рыбец, да, вот она, 332 грамма. Но абсолютно вся остальная рыба, вот она, вся зачетная. Вся чатная. Очень хорошее место.
Так, что-то у нас еще клевало на третьей. Нет, на третьем у нас ничего нету. Давайте чуть-чуть копнем. Повел, тащим. Судя по индикатору, это скорее всего троф. Ну, иди сюда, где-то там есть. Придется достать подсак. Кило 300. Очень хороший клюв, очень хороший, ничего не скажу. Отдельная благодарность тем людям, которые выложили в группе ВКонтакте этот пост про то, что здесь идет раздача плотвы. О, это у нас окушок на кило 300. На кило 300. Это уже шестой, если не ошибаюсь. Сейчас посмотрим. Сортировка по массе. Раз, два, три, четыре, пять. Да, это уже шестой троф. Блин, я, наверное, такую рыбалку уже давно здесь не видел. Была поклевка на второе удилище. Но пока на крючке пусто. Давайте сразу посмотрим еще и первый на сыр. Тоже ничего. Что-то мелкое. Окушок. Отпускаем, кстати, первый незачетный окунь. Очередная поклевочка. Что не особо клюет этим вечером. Рассчитывал на более лучший клев. Все же полтора десятка я поймал. За кадром не стал записывать, так не было ничего интересного. Так что ж, по удочкам все то же самое осталось. Первая стоит на сыр и две оставшиеся на личинку паденки. Так что переставлю третье удилище, не нравится как оно стоит. По игре уже 10 часов вечера. Решил я остаться еще на одну ночь. Посмотреть, что будет. Точнее, можно сказать, даже не на ночь, а скорее всего я рассчитываю на утро. Так как именно утром я заметил, здесь довольно хороший клев был. Ночью, не знаю, может быть, одна-две, если зайдет, то это уже то хорошо будет. Что ж, далеко не хорошие новости. Ухудшилась погода на водоеме. Поднялся ветер более чем 5 метров в секунду. Рыба клевать перестала абсолютно. То есть, если сравнивать с предыдущим днем, то сейчас клев вообще нулевой. То есть, не клюет вообще ни на что. В чате практически даже не видно, чтобы кто-то особо ловил. Очень редко. Это, не знаю. Наверное, будем заканчивать тогда. Сейчас давайте соберусь, прибежим на базу и посмотрим уже, что у нас вышло по монетам и так далее. Прибежал я на базу. Так, давайте сразу глянем в кафешке, что у нас есть по заказам. Возможно, что-то получится сдать. Так, здесь в основном. Ну, здесь, в принципе, ничего и нету для меня. У меня, честно говоря, особо кроме плотвы и другой рыбы-то и нету. Так, давайте посмотрим, во сколько оценивается наша рыба пойманная.
177 монет и 10 копеек. За чуть больше, чем за полсотка. Просидел я на водоеме, ну, грубо говоря, полтора часа. Но, в принципе, неплохо, если, конечно, не учитывать тот факт, что вторые игровые сутки в этой игре были практически безрезультатные. Всего лишь полтора десятка плотвиц, и все, особо клево не было. Так, давайте посмотрим на наших трофеев. Так, по массе. Получается, вот на первая плотвичка. На кило 419, почти полтора килограмма. И вот еще. Итого у нас получается 1, 2, 3, 4, 5 трофейных плотвиц. Не ожидал я, честно говоря, от этого водоема прям 5 штучек. Не зря я сюда пришел, не зря. А, 6. 6, ребят, извиняюсь. Обсчитался. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 плотвиц. Очень хорошо. Что ж, давайте продадим ее все. Вся рыба. 177 монет упало нам в кошелек. Ну что ж, ребят, всем всего доброго. До свидания. Точка вроде как еще рабочая, так что заходите, пробуйте. Не упускайте своих трофеев. А вам ни хвоста, ни чешуи, как говорится. Всего доброго, до свидания.